вернись-ка сюда. Так, новогодняя нарезочка. Везде заездили просто. Машин появилась, конечно. Ну да, включили телефоны снова. Сразу всем надо проехать, никого не видно. Да. Причем машину ого-го, чуть ли не подряд да. Каждой дороги. На каждую сторону. Ну ладно, дальше по теме. Все спрашивают, как мы встретили Новый год. Да никак, мы его вообще не справляли. У нас сейчас пока, так скажем, финансовое положение-то не особо. Да мы и давно Новый год не справляем. Так небольшая нарезочка, что мы делали за эти праздники. И все. Больше ничего у нас нет. Сразу уехали, когда уже не надо ничего говорить, да? Все, вырубай. На Новый год затариться. Сейчас мне будут говорить, а вредно, то все, да. Нормально. Мне сам рад. Запечатлить банки, ё-моё. Ну-ка, банки, где мои банки? Говорю, банки. Так как видео в новом году, всех уже с наступившим 2023. Что у нас? Тишина. Где весь народ? Народ уже весь, видимо, бухает. Ты будешь в торт час или в новогоднюю ночь? Понятно, что мы все съедим раньше. Не, ну раньше мы не съедим. Посмотрим дома. Не, ну я точно сейчас спарю пару энергетиков и буду смотреть сериал «Продолжение Звездных войн». Как она? Андор, да, называется? Да. Вот. Надо держать плавнее. Видишь? Вон, она не дергается, картинка. Вот даже я сейчас на тебя иду, картинка не дергается. Вот я включил. Вот, смотри. Видишь? В любую сторону. У меня ровно все. Потому что я плавно держу. Видишь, я как держу? На, вот попробуй. Прям включен. Пальцы выпрями вот эти. Ты вот этими держишь, а эти у тебя прям. Во, вот так как-то это получается. Ну что, теперь видишь? Вот по воде, влево, вправо. Видишь, ровно делаешь. Чего? Ты что, вольёшь зевник? И вот что я про тебя скажу. Черничный торт. О, сними, видишь, даже у тебя не теряется теперь картинка. Ну вот. Че, теперь ровно? Да, все работает. Ну, все, вот иди так, там у тебя сейчас будет смотреть. Видишь, никаких дерганий. Да. Ну, я тебе говорю, ты неправильно снимал до этого. А че сразу не сказал, что надо так Блин, держать? Я думал, ты видишь, как я телефон держу. Так ты думаешь, я смотрю на тебя? Ну, все равно. Откуда мне было знать? Ну, во-первых, ты же сам знаешь, как я ко всему этому отношусь. Ты меня, можно сказать, этим просто надоел. Мало ли тебе снимать потом придется. Купишься камеру, будешь всяких интересных людей. Ну, я имею в виду там свадьбы. Помню, когда было межпольское телевидение, у них был такой прикол в рекламе. Они там типа снимем любое ваше событие. Свадьбу, похороны, развод. Вот развод обязательно надо снимать, да? Я еще тогда смеялся. Кто, интересно, развод снимает на память? Хотя мой развод можно было снять на память. Когда я в ЗАГС пришел забирать сертификат о том, что я свободный человек, да? На меня девки вот такими глазами смотрели. У меня улыбка вот такая была. Счастье, блин. Но это моя индивидуальная ситуация. Если у кого-то все хорошо, блин, я за вас рад искренне. Чисто по-человечески. Ладно, пойдем. Вся наша огромная страна гордится вашей силой духа. На хромаке обращение записано по-любому. Гадалки не ходи, у меня самого зеленый фон, я знаю, как это делается. Небо вообще шикарно. А? Ну чё, во Владос или чё? Да.
Что у нас по времени? Да мы успеваем. Экстрим. Сплошной лед. Ну что, ты хочешь в такой погоде? Я не знаю. В такой погоде еще как бы 2 месяца в колледже. Ну да. Да ну нахер, давай не поедем никуда. Давай в другой раз. Что ты? Скользеть все это. А в Владимире может да, даже хуже Владимире быть. Еще хуже может быть. Поедем в другой день. Все еще не охота. Ну что, может тогда пошавуть? А давай. Ничего. Не знаешь. Он на автобус приехал. Как подумали, ничего сделать во Владимире. Тем более у нас здесь шаурма. Мы даже не ели сейчас подробно, что здесь и как. Вот. Потом расскажем. Вот так вот видео, которое планировалось быть во Владимире, превращается в обзор шаурмы. Ладно, автобус Владимирский поехал, прикинь, через 100 метров, минут 40%. Держи, смотри. Давай. О, какая. Да, широкая. Да. Ой. Ну что, ваши комментарии? Ваши комментарии к шаурме. А, ты даже еще не укусил саму начинку. Но она очень горячая. Классная. Ну это да. Нет, просто я привык, что пока уже до дома донесешь. Она остывает. Она остывает, такая чуть теплая. А тут уже такая свеженькая. Чуть-чуть. Ну, че, я пока выключаю так. Хорошая. Пойдем в Пятерочку, купим да покормим. Нашествие голубей. И все к нам. Или куда-то. Слушай, мы сейчас для них как эти. Как боги для них. Мы их можем покормить. Вон, у меня даже нимб сзади светится. Стой. О. Насколько я для них важен в данный момент. Что, пойдем? Пойдем. Рассыпусь. Пойдем тогда. Пойдем. Давай не будем их бегать, пойдем. Опа, самый красавец. Да. Автозаки по городу ездят. Чуть нездоровая херня. Ночью, блин. Почти час ночи. А тут автозаки катаются.